Спасибо магазину mydron.ru за предоставленный гаджет. При покупке назови кодовое слово «зверье» и получи скидку. Всем привет, дорогие друзья! Сейчас мы его посадим. Всем привет, дорогие друзья, с вами Зверьё. Я хочу устроить для вас конкурс совместно с интернет-магазином MyDron. Мы разыграем эту замечательную вещь как ArtDron 2.0. Да, именно вы сможете стать тем самым победителем. Итак, расскажу немножко об этой вещи. Это квадрокоптер. Это вертолет, который управляется вашим устройством на Android либо iOS. Если у вас есть одно из этих устройств, вы сможете на нем летать. У него есть камера, она снимает 720p, и на расстоянии до 50 метров вы можете его запускать, при этом видеть, что происходит, что снимает ваш ArtDron, и прицеплять к нему разные предметы. Вот, такая штука интересная, разыгрывается сегодня у нас. Что нужно сделать для участия в этом конкурсе? Сейчас вам все расскажу. Вам нужно будет выполнить 5 шагов, чтобы получить ArtDron. Первое. Быть подписанным на канал Russia Review. Если вы этого еще не сделали, все ссылки в описании. Второе. Оставить комментарий. Можно несколько комментариев. Соответственно, чем больше комментариев, тем больше шансов у вас выиграть. Именно комментарий будет играть ключевую роль в определении победителя. Вы должны лайкнуть это видео, и чтобы в вашем фиде отображалось, что вам понравилось это видео. Вступить в группу «Зверьё», ссылка в описании, и вступить в группу «MyDron» в описании. Пятое – это разместить у себя на стене ВКонтакте сообщение, что я участвую в конкурсе от «Зверьё» и «MyDron.ru», и прикрепить туда это видео. Прием комментариев заканчивается 12 июля в 24.00 по Москве. Итоги будут подводиться 14 июля в 15.00 по Москве на канале Russia Review, не прямой эфир. Победитель будет определен при помощи программы, которая рандомно нам выберет один комментарий. Далее, победитель будет проверен на выполнение всех 5 шагов. Победителем у нас может быть гражданин любой страны, но доставка будет осуществляться только по России. Если вы выиграли и вы живете не в России, но у вас есть родственники либо друзья в России, этот подарок будет доставлен им. Если же вы живете в Москве либо в ближайшем Подмосковье, до 15 километров, я сам лично привезу вам этот приз. Ну что, мой дорогой друг, что я тебе могу посоветовать? Просмотри еще раз все 5 шагов, которые ты должен выполнить, проверь, включен ли у тебя фит на YouTube, и действуй. Время пошло. Ну что, ArtDron 2.0 точно кому-нибудь прилетит по окончании конкурса. А сейчас начинай действовать. Поехали. Пока.